Рыба стоит. Где? Да. Все пьют сапроты. Кстати, забыл, мне тут маг писал на пуле Алара. Стоп, подожди, 260. Мне нужен без Т5 такой? Нет. 260 без Т5. Причина баф и пул. Я ему сразу нет написал. А может кто продать сапрот? А кто там бомжа приста давал? Еще дать раз. Я, по-моему, на твине есть. Если нет, то я пойду посмотрю, если разрешить. Есть у кого сапрот продать? Где хан? По всей видимости, нет, есть. Никто не предлагает. Энджи в раз, чего мне хватает? Мне уже все хватает. Хант, подойди, они не достают до тебя. Энджи, ты готов? С минус. Пул по отсчету. Еру дайте. Рискнул врая сейчас. Вставай. Пороги пуба. Надо резать, не захилю. Это не хватает немного. Энджи поднимаем, наверное. Под топот не встать. Захиливайтесь. Генера раздавайте. Один паладин, отдай сальву по маске. Все, да. Пять.
Юзайте, пожалуйста. Вы раздавайте быстрее. Три не юзайте. Ну, всем, наверное. Я уже резал. Сразу захил. Минера раздайте сразу. Без сопротив, что ли? Без ПЦ. Это не хватает. Блять. И книжку постоянно юзают не в тему. Норси да Лока. Пока тут, мгновенно. Понятно. Ребята, научитесь хилы, не знаю, кто юзал эту триню, потому что ХП было не поднять из-за вашей дурацкой трини, которая поглощает урон. Враск, что-то очень и слабенько. Просто надо в конец кастан давать, а не в начале. Бегаю, что? 8 фпс было почему-то. А сколько я дал? Слабо, это сколько? 23 200. Я сейчас даже посмотрю, кто юзал эту триню, дурацкую. А почему, кстати? А что за тренинка, блин? Салара первого босса. Захиливает на 12 тысяч, а потом 12 тысяч нельзя прохилить. Никому причем. Даргис, я подожди, лут раздам, подумаю. Ну какой спектр? Я не знаю, как-то либо у босса дамаг стал сильнее, или что я могу понять, прохиливаться тяжелее. Ещё раз, нету ДЦ. Да просто что хил надо было. На какой спек Энги? Не уж цела. На мейн спек он взял. 205 цела, да? У него, по-моему, только 2. Это какой у тебя, 3-й или 4-й? Нет, на сове кусок. Мне сейчас, кстати, до бабки смешают. А без ГП можно забрать эту трени? Попробовать. Попробовать можешь, но без ГП нет. Да, не надо мне это делать. Попробовать я могу тебе просто ее дать, а потом, соответственно, отдашь ее там за ГП, кому она нужна. Она, по-моему, нигде не нужна. Ну, она барахольная. Ладно, я пасану туда. На минуту можно отойти? Да. А мне она кажется интересной. А у тебя Энги еще код в 4Т5, да? Или кто? Придру, что ли? Медведь 4Т5, да, у тебя? Смотри, у тебя лага рекаунт стоит, и сколько печати било, что, с повиновением било, что ли? Или с нормальным? Смотри, пожалуйста. С порчей. С порчей? А, ну все, знаешь, нормально. Дайте в раз кивитра. Сейчас сдохну. Ладно. Эх, йот. Хочу чипса. Плюс-минус в рычат. И здесь. У него отключены наушники и микрофон в Дискорде. Причем сначала РТ так.
Это спасибо. Блин, сумасшедший пост. Может кто-нибудь шифтанует вот эту шею за квест на Амилит? Нямка Велема, хочу чипсы. Идет хилит рейд. Просто отец, а сколько у тебя СПД вот сейчас? И там она совсем будет. Тысяча 500 СПД. Это, наверное, ты скорость говоришь. Именно СПД, до включения. Воронки не стоят 3000. Ну вы их продадите за 3000. Что-то мало. Мало СПД. О, воронка. Там вага валяется сзади. Лага. Ты это нажимаешь, да, хоть, а то я все время отказываться нажимаю. Ну посмотрите, кто выиграет. Это самое. Две пачки только не агри. И вообще не агри, хилов нет. Не решили побегать. Там кто-то распылить жмет, слушай. Прикольно. Ну я об этом и говорю, я потом исправлю. Мне вага выиграл, ремень, смотри, жмёт, значит. Окей. Это просто может он там отошел куда. Ну чё, пулить будем или будем стоять? Ребятки, давайте, может еще рейд другой захватим. Вряд ли, наверное, так же полчаса, наверное, останется. Все нормально будет, если побыстрее, мы разбиваемся. Ну, так-то мы в час только начали. Если бы смерть каску бафали хотя бы, а может полегче. Войт сказал, его бесят те, которые просят бафа. А это понятно. Зря. Бафы и ДПС. Да вы не можете просить, просто когда вот оно в Дисе начинается, оно как заезженная пластинка. Я могу сейчас показать, как это звучит. Каску, лапу, пристабаф по друиду. Дайте по роге кулак. Дайте это каску, лапу, пристабаф по роге. Поварам каску. Дайте каску. Хочет два каску, бафа. Лапу, пристабаф. Нормально, да? Хочет три бафа, то есть я тебе скажу. Не два, а три, блядь. А два. Я даю каску. ДК город. Если ты даешь каску, почему на мне нет? Шаман-то прям упал на. Ну, вот, да, конечно, если бы ты поставил себе полипауэр, ты бы видел, кого надо ребафнуть, блядь. А не ждал, пока тебя скажут. Может сразу это заберем? Осторожно, выходите. Выходите сюда, патруль отходит. Сейчас будем бить след. Знаешь, как это лечится? Перед пулом босса нахуй нет на тебе каски, нахуй поводи на КП. Ну, да. Пару раз он получит КП нахуй и будет сразу давать и каску, и кулак. Я говорю, что ладонь не работает по ОП, когда включаешь вот бот. Поэтому... Ой, ебать, тяжело. Вы, ну господи, ну вручную бафаете. Вручную бафаете, все легко. Все работает, я же бафаю, блядь, в бою и не у в бою. Некоторые бывают бафы. У меня буфарт не работает в бою и не бафаю.
Да не спорьте, просто у каждого компы разные, у каждого баги разные, там на потом. Трэше вообще без разницы, какие на вас бафы есть. Можете вообще без бафов не, заходить. Не, Пирс, бафы? Пирс, нет, Амир. Я подбегала без бафов, без ничего, хотя у меня ХП это урен, как сейчас бы я не должна была. Сейчас немного притормозите, сейчас важная информация. Вот идут патруль к нам навстречу, следующий пак не агри. Нужно будет зергать черепок. Черепок буду держать я, два моба Луцинь. И совы, и все друиды вытаскивайте на панель смерч. Нужно будет контролить своих игроков, чтобы их не убило. Давай, Луцинь внизу, я сюда тяну. Кто-то в меня на пулю. Я не знаю. И все, ну и дрочите сами, значит. Это рофлы. Аккуратнее, не пулю, не знаю. И все, потому что МТ это Луцинь был, а не ты воин. Соответственно, вы должны держать поле трэш. Я в Дискорд сказал, Луцинь два моба внизу, одного моба я отведу к стеночке сюда. Для того, чтобы поменять фокус, это 2 секунды. Да не в фокусе вы запылили гораздо быстрее. Дело-то не в фокусе. Дело просто в фокусе, на кидаешь, кого на пул. Кидаешь на пул и бьешь моба, не включаешь веер или вих или что там. А, блять. Сережа, ты где? Сейчас переругаются. По поводу чего я курил? По поводу... Куда ты агришь? Там 4 человека лежит. Кто ой, как агрит? Это же ситуация, когда я же тебе объяснял, когда я говорил с челиком про PvP шмот на ролл, а он думал, что я ему говорю. Там бесполезно. Ты не ругайтесь, да, боже, кто как запулил. Вот то, что вы запулили сейчас, а мы резаем, вот это... Вон там НРА раздайте, в КД вижу только один НР. Просто отцу кидаю. А, хочу чипсы в ДИСе, вообще не собирается слушать, да, никого? Он сейчас спек делает, меняет спек и символы. И он пойдет хилить. Стана, снимайте, пожалуйста. Идем патруль следующий дня. На мне фул станы висят, я не знаю. Тоже стан. Стан могут диспылить полудень. Лес тело реально быстрее. Не агри пока, отойдите немножко назад. Он не лишний так-то ДПС. Баф к нему. Побольше контроля, когда людей берет в МК. Давайте, баш. Кажется, чуваки прям как только под контроль сразу уешь начинают. Сначала резнут. Да, да, окей. Я не посмотрел просто в прошлый раз. Удар сердца ДК убил я. Минора, раскидывайте в КД 3. Готов, готовы. Ой, это куда я нырал у всех пул? ДДшкам тут надо присоединить, я кинул. Да локо он полмает. Нихуя себе. Пацаны, в успех ушли, блядь. Не перешли. Не фартануло. Это когда рейд не путается, да? Цикуха не спамится. В чем успех, интересно, заключался?
чего его там посадили? Ключ успеха. Нямке надо было в хиле пока быть. Нямка, блять, в хила спекайся, пока они резают. Стойте. Все очень просто, проверь. Цепухи будешь давать. Урон за секунду, просто мы окаемся до 5%. Тут именно ДЦ спасет, а не отхил. Нямка спекнулся. Стой, стой. Вот иннер по нямке раздавайте. Два тела еще лежат. Одно. Ману резай пока. Микадзе. Все, пошли. Так каску так и не бафнули. Мы вроде не в бою были. Вот не любит таких враска сейчас под горячую руку выпадать. Паллы должны свои бафы сами отслеживать, как и другие классы, которые что-то бафят. Вообще озвучиваться не должно. Ну если по 10 раз падать на каждом баке, блядь. Ты понимаешь, они будут падать, потому что на нем даже каски нет. Я сделаю замечание. Это выживаемость. Но когда сидит враск на своем поводении, ему обязательно надо сказать, чтобы он кинул бафы. Я не хочу умирать, потому что чувак, блядь, не может мне каску. Это человек уже зависит. Писяша, что будет здесь? Вон, враска лучше бы сдиспелил с меня. Ну, мимо прыгает, видишь? Что сказала? Чего? Ты мне? Писяша сказала. Писяло. Писяша. Писяло там тоже не готов. Ну, у него так-то в Дискорде, если он не в канале, ну, в смысле, не в гильдийском, у него... В Дискорде тоже он подписан как Фисяша, именно. Мне другое послышалось просто. А, бывает. Думал, она тебя так ласку назвала. Настя вчера тоже послышалась, когда я сказала Олеж, она говорит, что типа, как это правильно пишется. Ну да, я шепелявлю, ну что ж, бывает. Сумоним в рейд, хочу чипсы. На боссе у нас Вадим Паладин. Луцин на трэше. Кирс, ты знаешь, что тебе делать? Я в сове, да? Да, да, ты в сове. Просто. Луцин, ты там поможешь на жреце? В плане. У меня один стан. Так. Секунду, так, я так, кажется, так, вылетел. Просто в случае чего оттянуть его от пачки трэша, да. Чтобы контроль он сдал. Просто хочу посмотреть, что может новый танк. Окей, я тогда не уешь вообще, пускай собирает. Да, пускай паладин развлекается. Ну еще легче собирать, там одну кнопку нажал. А это не важно. Ну ты на случай, если вдруг Хирс взлетит. Держи, чтобы ярость у тебя была, и ты рядом с мобом был, чтобы стан мог дать. Чехов, ты используешь фир только, да, в том случае, если Кирса подбросил, он не сдал вовремя полиморф. Тогда можешь фирнуть, а так тебе контроля здесь ничего в целом не надо. А ветра не работает на него? Вообще любой контроль должен работать. Не помню насчет смерти. Жамба, ветер, стан, что угодно, все работает. У меня жаба может промахнуться. Вот на баф и пул. Когда босса нету, не контрольте моба. А чё бы меня на пулы дали? Долог, хочу чипсы. Просто ну, одеть. Хочу сам дать бафа. Кровавый. Вообще слышал, кто танчит? Геро. Геро уже на власти, блин. Геро дается спо. На офи надо на второй фазе давать, а тут уж... Неважно. Так у меня КД. Все, КД. Так и чего вы говорите про жажду крови?
А жажда крови? Рофля, понятно. Гера уже слово не актуально. Надо говорить Кирсглад. Ну, вообще, Бладласт надо говорить. Мы же все-таки орденцы, а не этот сраный альянс. Так это, Кирсгорн, и все нормально. Они подлые собаки альянса. Звездочку собираемся. Так, будем. Сраный альянс ПВП сильнее. К сожалению. Кровочерви. Чехов, теряй жреца с черепом. Можете под боссом его слить сейчас. Заклеивайте его. Меньше проблем. Тебе придется по КД его крест растить. Нет, пожалуйста. Ничего анонсить не нужно на боссе. Кто заслакает с меткой, получит ГП просто. И все это решается таким образом. Давайте в звезду бежим. Сюда вставайте. Ребят, жалко за ГП просто. Пять черви. Я не знаю, спек поменяйте на этого босса или чё. Ну, притяни в звезду. Иди в звезду вместе с ним. Веди его в звезду там. Ой, айзек. Привет, слушай. Сало было. Хан построил. Кто сбил? Это червяки, говорю, они постоянно вылазят. Да, ты сбил или кто? Я просто я, не знаю. Я... Хорош. Заберите жрецы. Нам на ту зачем сторону. Зачем законтролили? Чё делаете? Жрецов ЛДП заберите быстрее. И куда ты мобов ведёшь? Блядь, звезда на сове стоит, в сову мобов мелких веди. Жрец. А почему на мне моб? Кто в меня на пулю? Кац.
жрецу перемещаемся, в звезду его ведем. Где его звезду? Господи, залейте жреца, опять червяки прибежали. Мы кидаем в ЦУ по КД. Да понятно, что по КД. По КД прибегают червяки, сбивают. Уже дотный. Ты что? Стаунти босса вот. Где ты? Стаунти босса. Я упал, смотрите. У тебя есть бичем, да? Да, есть. Обновите контракт. Ну, ладно, уже похуй. Герс. Когда Лёха ходил своим ДКшником, ты тоже постоянно был недовольный? То, что у него всегда кровочерви выбегали, конечно. Да, он всегда говорил об этом. И не раз. Просто обычно у нас был не один маг в рейде, а их было два. И как бы мы просто стояли и контролили бесконечно. Судьба тебе такая, блядь, контролить. Что, тебе минишинга нет на овцу, что ли? Нет. На этих мобах на этом боссе нет. В смысле, на станы есть, а на хекс нету. Это как? Ты же бы хотел, чтобы тут еще диминишин на хекс был? Хардкорщик. Если был бы диминиш, ты бы там повесился, нахуй. Давайте, птенчики, давайте. Нет, просто БДК, какие сервисы, не знаю. Да, окей. Просто почему я себе сделал спек, чтобы конкретно на одного босса контролить, а ни один другой БДК не может себе сделать второй спек без червей или АДК какого? Потому что сами приучили. Луци, не захиливайте сильно. Все хилы внимательно. Так, а чьи черви? Так уж и быть, дам тебе. Нету на. Не забывайте, на Центурионе вихрь магический. Лучше не хилить сейчас. Совы могут откидывать это, да? Кто там? Сова. Хексовать еще можно. Да, Энге, с Тайфуном. Я просто не могу понять, я вот челикам говорю, зачем они контролят, когда нету босса. Хекс дают. Тайфун. Этот говорит гриппа, ему хекс дают. Я бы не понимаю логику. Тайфун и притяжка, сбивайте центрионный подкаст. Милики, видите, отбегать не могут. 45 миликов. Сейчас всех лезет нам. Стойте, не агрите ничего. Вообще-то войд эти мобы разделяются. Милики бьют инквизитора, остальные РДД бьют центурион. Ну, разделились они или нет? Если они не разделились, наверное, не надо с ними стоять. Саваси не откидывает, надо посмотреть, как сдохнет танк, а потом уж вайп не сыреет. Может, надо просто тут, разделять? Тут, наверное, нам повезло, что не вайп не сыреет. Опять тело упало всего лишь. Ну, я там на писечке был вообще. Меня кто-то захилил. Вон, номера раздавайте, только два в КД вижу.
Да некому, у них фул. Не встает. Кашет, что ли? Мне показывают, на нем есть рез. Веди, я центуриона заберу. Они же льдом бьют, можно еще... Просто. Можно тотем это льда поставить. Вот там стоит. По-хорошему, центуриона уже РДД могли бы слить. У них и закончится мелики добивать. Все могут быть. Стан нас будет. Йотун, как дела? Нормально? Как плохо. Мне вот не нравится, что так у тебя дела. Ой, блядь. Ну это же лишний раз баф на вас тыкать, как вы не понимаете? Паладинов делайте все. Паладинов делать? Может лучше про товаров? Да, вот. И товары то. Но я. В крайнем случае нету. Не стреляют в дом, а поставили ауру от огня. Это кавату там дайте права, там бага тут. Он звание офицера не может давать. Я даю. Он ДВ состав или что? Мейн состав. А это что, твоя старая это? Твой старый дискорд? Ты у меня спрашиваешь? У тебя, да. Нет, это абсолютно новый канал. Я создавала его не я, не я одни. Ну мой друг. Ну мой друг по игре. Как так получилось, что ты сам. Если ты обратишь внимание во флудилке, мы скидывали картинку, чтобы на аватарку сделать. И тестили этот канал, поэтому так и получилось. Рано или поздно снимут. Картинка, которая сейчас стоит. А чем старая не нравилась? Ну, оригинала нету. Типа ее вставили. Визуально отличалось что-то. Да и визуально тоже. Сережа выбрал эту картинку. Я могла еще сделать, да, мог делать еще, но как-то сделали так. Череп крест меня на пульте. Ну вы типа сами рисовали, да, это надпись? Конечно. На самом деле, я сейчас подумаю, аж канал удалил и хотел вспомнить, какая была картинка, но не вспомнил. Что, просто... картинка кому-то не нравится? Нет, мне же все равно. Пал, зачем ты забираешь? Просто объясни. Забирает, он еще и к милимабам ведет. Объясни, хоть баба голая будет стоять, мне как бы без разницы вообще. Какая картинка? Я не таунт, я просто пустой. Баба голая. Я даю таунт, и после этого ты забираешь. Ну я пример просто привел, мне как бы без разницы. Какая картинка? Даже если на ней Фарада будет нарисован, я все равно спасибо. Фарада нарисован. Как ты узнаешь, он это или нет?
там нарисован. А чё, у кого-то КД на ОК или нет? А чё? Откуда у меня КД, если я только в первый день вообще пришел на РТ? У него нет. Я череп крест забираю. Я его, кстати, видел у Насти, по-моему. Кават. А ты... Ты же сейчас 3 дня отработал, сейчас 3 дня отдыхаешь, да? Да. То есть ты свободный, да, в любой РТ? Да. Ура, можно радоваться. Алло. О, Женя. Привет. Привет. Какими-то запахло вещами. Короче, у нас идет рейд. Кто в этом рейде не находится, не открывает свой рот. Блять, я поздоровался, заебал тебя. Поздоровался и все, молчишь дальше. Серёжа злой. Он у меня не может злиться. Это ты реально? Услышал, что я тебе сейчас говорю, ёбаный в рот? Ты чего, непонятливый что ли? Ты хочешь в новом дискорде сразу же с мутом появиться? Нет, все, ладно, давай. Занимайся рейдом. Красавчик, молодец. Так надо было сразу начинать. Один вопрос. Там ваниль, что ли? Он меня просто чесил уже давно. Я посмотрел, что он... Что сегодня, ванили? Я говорю, один вопрос. Вечером что сегодня будет? Не знаю, посмотрим по сетапу. Если будут все нужные ребята, мы пойдем в ОКХМ. Если не будут, значит что-то легенькое сходим. О, давайте в ОКХМ. Ладно, понятно. Мобильный банк может кто-нибудь поставить? Меня можно. Он сейчас так сказал, ладно, понятно, как будто обиден. Серёж, бой идет. Да я вижу. Сейчас спрашиваю, может ли кто поставить. Вон поставили, да, смотри. Все сразу бы здесь, ничего. Давай, Ваниэль, рассказывай что-нибудь, пока мы трёшь пиво. Че? Как корабли браздят просторы космоса. Че, блять? Я говорю, рассказывай что-нибудь. Тут вот я думаю, какие танки будут танчить. Йота, я не знаю, что рассказать. А ты сколько хочешь танков? 2, конечно. С Луцинем пауза танчит, да? Ну, я вот думаю, пауты надо учиться рано или поздно. Может, это запасного какого-то танка? Долго бить будем. А чё тут танчить паладином вообще? Пал, ты здесь тоже ничего не знаешь, ничего не танчил. Здесь нет. Луцинь, справишься с фениксами? Постараюсь. На гора. Редвар, ты будешь на пулю фениксу на Луцинь обязательно. Значит, ну, так, на первой фазе у нас инженера будет танчить Луцинь, правые 2 моба, Лорд Сангвинар и Звездочет, Паладин, это на тебе. На второй фазе все оружие на Медведя, Паладин, ты забираешь Сокрушение, да. Все ады встанут вместе. То же самое, Луцинь. Ты инженера, правых 2. Когда активируется босс? Босса танчит паладин. Фениксов Луцинь. Ничего сложного. Про лужу расскажи. Секунду. Которая шатает. Большая лужа, 3 яйца вращающих таких на огненных на полу. Из нее надо моментально убегать. Х.
Хорошо бы ему вообще всю тактику рассказать. Более-менее. Особо ему тут ничего не надо. Кирс, целка. Надо, чтобы новичков побольше доступ получил в РСХМ. Вот эта баба, которую квадратик поставил, видишь, Вадим? Она в мелизоне не танчится. Только издалека что-то в нее можешь кидать. Она будет откидывать и замедлять передвижение. А сюда ей не надо? Я вас перебью. А Вадим этот не тот чел, который с опытом по РБК? Нет. Это там на К как-то. Тут крепость. Крепость, во. Че там, кого не хватает? Ты бабу тачишь там? Там, где она стоит. Что, все готовы? Запускаем. Направо отходишь немного, чтобы тебя откидывало в текстуру и все. Интересно, его починили? Что, теперь милики смогут его догнать? Да. Кстати, Вага, ты здесь лук подбирал? Не всегда. Там патроны подходят под лук, нет? Патроны нет, конечно, там стрелы нужны. Что ты специально сделал? Ты когда по луку тыкаешь, он создает стрелы тебе в этот инвентарь. На лук нажимаешь второй кнопкой, и он стрелы делает легендарные. Да, сейчас проверим. Заканчиваем флот. У нас босс. Хильте вагу сильно. Там кровотечение сильно раньше соблюдаем, никто не умер. Не знаю, мы когда ходим, у нас РДД танчит эту бабу. Бомба. Что оружие собирали? Иди его к ступенькам подведи, чтобы рейду недалеко было бежать с этих ступенек. К тотемам рейд сместить. На все йотуну поднимать. Шли все с платформы, кроме танка. Я не поняла, что сделать? Йотуну. Паладин, выведи в правую сторону сокрушение. Танкуешь только одно оружие. Адис, дайте по мне. Вытяни йоту на сокрушение. Сейчас. Норси, кровавый взор. Войд, Элрей, Энджи, Айзек. Значит, пока тут кровавый взор. Черная ночь, йотан. Зря резнули. Разъебанный. Экипировка. Джипс оставьте. Вставай. Чинись. Сяп.
А где топор вообще лежит? Сзади лежит топор. От инженера, собственно. У кого без КДБР плюс рейд? Наверное, его цель, да? Чехов ССП. Вот в середине ж вы держите или на под? Чехов ССП мгновенно. В платформе. Там, где он есть сейчас. Вадим, вот тут стой. Набирай сразу на двоих агро. Вот, иди набирай. На пульте с вебинара на Вадима. Блядь. Танков не уронить, короче, сильно хит делать. На мне двое. Пускай. Если меня фиранет, меня бомба убьет. С оверхит я уцени просто. Перед фиром прожил. Буду забрать. Забирай. Таунт не работает, если что. Во. Баба. Бомба опять. А тенги рейндж. В кого стреляет от того рейндж? Все рейндж словите, 15 минут. И не бегай, вот она с тобой бежит, стой на ебаном месте на одном. Че вот тут трётесь, миличники? Бейте там миличников с левой стороны. Паладин, отведи лорда Сангвинара от медведя. Он не ответил, он на нем агро не набрал. Не таунтит. Так что смотрите за бомбу. Фир отбежали сразу, то бомба будет. Бомба 70. Одна. Фир 7 секунд. Он себе бомбу дубаем за багу. Бомба 7. 3. 2. Чё этих убиваем? Через череп. Бомба 7. Дайте антифир. А, ну да. Веду. Паладин, возле босса стой, скоро активируется. Так а босс в середине держит, блядь? Возле босса стой, где он стоит, там и стой. Чех, ФСС есть? Я по мгновенной просил. А все, отлично. Керу, да, сейчас сдать. Или что, или когда дает? Проносите, пожалуйста, первый контроль. Bloodlust! Первый контроль 10 секунд. 11. Сейчас. 7. Выйдите из АУЕ. И назад не возвращайтесь, там уже разливает. Контроль. Ой. Чё, откидывал он, да, танка? Да. Да. Ходи, води из угла. Килить нельзя. Назад бьют. Не убейте. Это я в тебя верю, да? Мелизона. Феникс, переключаемся. Весь рейд.
отошли Мелике яйцо. Подошли, бьем. Дальше. Контроль, 6 секунд. А, уходи, уходи, Миша. Смотри, контроль. Вара под боссом. Охренеть. Бегу. Пиздец. А, заберите меня. Ничего страшного. На Фениксе игру набирай. А вот, танки. Все нормально, он научит. Ближайший БР у кого? Лизона отошли от лужи. У меня 3 минуты. Феникс убьем. У меня все еще есть БР. Пускай полежит, ничего страшного. У всех одинаковые поколения. Все в яйцо. Зергайте. У меня тоже 3 минуты. У всех 3 минуты. Плюс-минус. Попадай в контроль. 10 секунд контроль, 5 феникс. Вышли из АВЕ. На собой особое внимание, фирять. Мгновенной, по-моему, нету. КДшки, по-моему. Хили. Да, мгновенно может резать. Никого резать не надо, просто узнал КД БРов. Феникс. Мелики, осторожно. А Феникс не каждый раз откидывает? Когда появляется и при смерти. Что там процент? 3 секунды контроль. Меня взяло. Меня бабу, взяло. Бабу. Там агро надо набирать. Стопа уеми. Промахи по луцине. На Вадима напуливайте Феникс. От Феникса бегайте. Беги от Феникса. Хильте. Хильте просто отца. Сейчас я вот так. Блять, напуливайте Феникса на Вадима. На меня можно напуливать. Сыграли по Фениксу. Пал, ты дашь каску по себе, да? Гипота тут. Все, на танке. Я работал. Мелики отошли. Яйцо зергайте. Дальше на Фениксах. Да, ты на Фениксах. Мгновенная Нордсия. А, это Нордлиги. Я ЛРА резну. Где он? Что? Земля из-под ног? В глубине зала. Рейндж держим. Мелики вообще там босс сейчас не подходит. Я тебе не могу в воздух резнуть. Ну риснешь, как упадешь. Мгновенно поднимешь Войда. Феникс у меня не отображается, когда следующий. Ларая резнул, захильте там все дела.
Еще у кого БР есть? Энджи, поднимай Норд Легион. Пока тут Будапешт. Ой, да еще есть. У всех, кроме мгновенно и Луцинь, пока тут все. Вот, троих. Это уже в откате. Киль себя, Враск. Норси, поднимай на Микадзе. Да в рейне уроните, блин, подхильте его кто-то. Лужа под боссом. Не вижу второго феникса. Нет. Анонс вред. Босс, анонс еще. Под боссом. Нули, нули. Че в лужу-то зашли, фарад? Там под боссом она когда появляется, из нее в нее заходить обратно нельзя. Она немножко дамажит. О, здравствуй, очередной баг. Провалился? Нет, если нажать череду в момент подброса, он тебя не подбросит. Ну, то есть ты сможешь бить в комбате. Скрин, форум бан. Отлично. Если нажать пробел во время того, когда он нас подкидывает, ты останешься на месте. Лучше не похитить. На Вага, сделай что-то с паладином, вот посмотри, вот челики все кого-либо бафали, ни на ком каске. Я перед пулом вообще кадал каски. Это Талдрам второй в натуре, я не знаю, как общаться. Да ладно, он не оскорбляется, не ругается. Я ему два раза сказал за пулс, меня то не... Похлудите, пообщайтесь потом. На свиток все нажимают мой инспек. Блин, скажу, какой аддон в бою работает, я тебе буду давать. Аддон называется Raid Frame. Holy Power работает в бою. Ой, я не забыл. А кто второй парол был? Не помню, 90 у кого-то было. Тело нужно кому-нибудь? Кир, стыкни порт. Пожалуйста. А сферу за две иметь нельзя, если на кота, допустим, взял? Нет, нельзя. Квест один раз можно взять. Летите в целка пока. Кому ничего не надо. Ты поставил? Просто к целка подлетайте, но внутрь не заходите. Кому не нужен лут. А можно, если, допустим, вот пойти в Долоран и покурить сходить? Можно.